вами Вилсаком, и наконец-то я хочу поделиться с вами радостью. Я получил свой Blackmagic Intensity Extreme и делаю этот unpacking именно для того, чтобы вы разделили со мной эту радость. Итак, я получил непосредственно саму коробочку. С ней я заказывал два кабеля. Это Thunderbolt на 2 метра и HDMI от Apple. HDMI 1,8 метра. Их всех можно купить в наших магазинах. В принципе, Intensity Extreme тоже потихоньку стал появляться в наших магазинах, хотя я не знаю, есть ли он там уже или его еще надо подождать. Итак, это модель, собственно, Intensity Extreme Thunderbolt. Представляет из себя вот такую коробочку, очень маленькую, достаточно тяжелую. Тут, собственно, на боку написано, с какими компаниями. Давайте я, наверное, сниму вот этот пакетик красивый, чтобы он не бликовал и не отсвечивал, и я смог показать, что же непосредственно там на гранях этой коробки находится. Я сразу скажу, что с приходом этой коробки на канале у нас будут очень большие изменения. Теперь у нас будут выходить активно обзоры софта и приложений для iPhone и iPad. Причем делать это буду в совершенно колоссальном формате, который практически никто не делает больше на российском YouTube. Итак, снимаем этот самый целлофанчик. Вот эта коробочка все равно продолжает бликовать, но не так сильно, как до этого. Итак, здесь перечень программ, с которыми работает непосредственно этот Extreme. Меня интересует Final Cut Pro 10. И здесь самое классное, то, что он может быть монитором для непосредственно Final Cut. И еще самое крутое то, что он рендерит эффекты в реальном времени, помогает компьютеру. Компьютер рендерить начинает, эта штука продолжает. Вместе они все это делают бодрее и веселее. И это очень здорово. Итак, заглядываем внутрь коробочки. Здесь у нас сразу видим целый ворох. Так, наверное, мы сейчас это вот так достанем. Да. Welcome to Blackmagic Design. Это краткое руководство. Software and Manual. Это у нас, собственно, диск с тем, что там будет у нас устанавливаться непосредственно для работы самого устройство. И вот эта самая коробочка. Давайте попробуем это все оттуда достать. И здесь у нас лежит вот такой огромный тюльпанище, который имеет, я не знаю, тут, наверное, все. И аналог, и компонент, и все что угодно. Поэтому, ну, вот это на самом деле такой тюльпан, да? Букет тюльпанов он не нужен, поэтому, несмотря на то, что вещь хорошая, мне она по большому счету не нужна. Меня интересует only HDMI. Так, достаем непосредственно наш Blackmagic. Запакованы на совесть. Не совсем в Apple стиле, потому что хрен достанешь. Знаете, еще такой китайский запах. Сладковаткий китайский запах присутствует. Ну и как это достается, интересно, не знаю. Какая-то коробка в коробке. Не хочется. А! Вот оно что. Вот здесь надо открыть. Вот так вот. Никогда, никогда не пытайтесь что-то сломать, достать, если оно не лезет. Потому что всегда можно вот так открыть, и это просто достается. Я был свидетелем того, как одна женщина просто разрывала коробку с телефоном, хотя там с другой стороны была такая же штучка, с которой открывался. Она просто вырывала ее с корнем. Итак, вот так выглядит Blackmagic Intensity Extreme. Выполнен из единого куска алюминия, поэтому вот такая вот коробочка, ничего сверхъестественного, с этой стороны вентиляция, с этой стороны вентиляция. Это прорезинено, поэтому куда вы его ни ставили, это никак не повлияет на поверхность, это очень здорово. И здесь у нас, собственно, буквально 4 разъема, это вот тут непосредственно подключение всего того тюльпана, HDMI in, HDMI out и Thunderbolt. Все, больше ничего нету, в общем, вот такая лаконичная штука, которая, по сути, изменит наше с вами представление о том, как надо делать обзоры игр и приложений для iOS. А с вами был Вилсаком, уже совсем скоро я покажу эту штуку в действии, наверное, сейчас для анпэкинга это не нужно, и в данном случае я просто делился с вами своей радостью. Подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на Twitter, с вами был Вилсаком, ля-ля-ля-ля-ля, пока!